Идея депортировать беженцев из Европы противоречит международному праву. Об этом заявил сегодня Верховный комиссар ООН по правам человека. По словам Зейда Рад Аль-Хусейна, план по массовой высылке мигрантов из Греции в Турцию – опасный прецедент, а коллективная депортация запрещена Европейской конвенцией о правах человека. Он подчеркнул, что подобная политика со стороны Евросоюза и Турции идет вразрез как с европейским, так и международным правом. На пресс-конференции в Женеве Аль-Хусейн также обратился к властям России с просьбой не закрывать московский офис управления Верховного комиссара ООН по правам человека. Я обеспокоен сигналами, полученными от российского правительства о намерении закрыть наше представительство в Москве. Это в то время, когда права человека в мире подвергаются новым вызовам. Я верю, что расширение, а не уменьшение сотрудничества с нашим офисом может быть полезным, в том числе для обсуждения проблемы сужающегося в России пространства деятельности для правозащитников и неправительственных организаций.